Особенность первого этажа высотки – 6 квартир с отдельными входами. Впрочем, их будет 2. Зайти в жилище можно будет как через подъезд, так и с улицы. Это задумано для того, чтобы в этих помещениях желающие могли заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью у себя на дому. Площадь таких квартир – от 40 до 65 квадратных метров. Стоимость одного квадрата – 1440 белорусских рублей. Данную квартиру можно использовать как и жилое помещение, так же и с выводом в нежилое помещение для организации какого-либо бизнеса. К примеру, парикмахерская можно осуществлять также в жилом помещении. То есть это уже способствует, что клиенты могут попадать не через дом в это помещение, а с улицы напрямую. Идем дальше. Еще одним ноу-хау в этом уникальном доме станут эркерные балконы в однокомнатных квартирах. Объемные выступы части лоджии с внешней стороны дома. Они будут иметь форму прямоугольника. За счет этого в комнату попадает больше света. Внутри квартир эркер напоминает балкон без перегородки и визуально увеличивает пространство. Выносная панель балкона, пола и также потолка вынесена на 30 сантиметров от стен, наружных стен жилого дома. То есть, что это дает? При остеклении его это будет вид 3D, то есть вид в три стороны. На сегодня строителями смонтирован 8-й этаж дома. Определяется подрядчик на поставку окон. Решается вопрос с подрядчиком по системе отопления. Кстати, о тепле. Высотка будет энергоэффективной. Это неудивительно, ведь здесь трехслойные панели с утеплителем внутри. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.